эмоции только положительные. Рад, что нам удалось одержать победу. Очень важные 3 очка для нас. В начале матча, считаю, нам очень помог Артем Столетов. У команды соперника были хорошие опасные моменты. Он нас выручил, дал нам надежду на победу, а потом пошли голы. Мы одержали уверенную победу, но расслабляться некогда. Готовимся на завтра. Ты был заявлен, но тем не менее на выезд не поехал. Для хоккеиста это, наверное, тяжело. Вот эта заброшенная шайба придаст уверенности тебе в дальнейшей игре? На самом деле я пропустил довольно-таки большое время. Не играл официальные матчи. И было тяжеловато. Первая игра в новой команде, в новой лиге. Было тяжело, но помогли ребята. Спасибо им. Вообще лига отличается от ВХЛ, допустим, в команда которой ты играл до этого? Мне понравились скорости. Может, чуть меньше было у соперника мышления, но скорости понравились. Не знаю, все ли 3 игры будут такими динамичными.